Временно исполняющая обязанности главного врача краевого госпиталя ветеранов Елена Непомнящая выпала из окна 5-го этажа больницы. Инцидент произошел накануне. Сейчас женщина находится в реанимации. Медики БСМП пытаются спасти ее жизнь. Следственный комитет по факту трагедии проводит проверку, опрашивает свидетелей. О причинах случившегося пока официально не говорят. Но, как сообщили сразу несколько источников новостей ТВК, Непомнящая выпала из окна после совещания с министром здравоохранения края Борисом Немиковым, на котором обсуждали вопросы перепрофилирования одного из корпусов госпиталя на прием больных коронавирусом. И якобы главный врач жаловалась на острую нехватку средств защиты и неготовность персонала медучреждения. Сегодня воскресным новостям министр здравоохранения края Борис Немик заявил, что в этот день вообще не проводил совещаний. Я не проводил в субботу совещание. Не общался, да. Поэтому для меня это неожиданно совершенно. Если есть рабочие какие-то моменты, обычно они не заканчиваются принятием таких решений. Потому что в госпитале идет плановая работа, там идет прием пациентов, и, в общем, там никаких вопросов-то не возникает как раз. В краевом Минздраве слова министра подтверждают, подчеркивая, что не проводили совещание с участием главврача госпиталя ветеранов. Там также отрицают и неготовность медучреждения к работе с коронавирусными больными. По факту трагического происшествия в краевом госпитале ветеранов войн незамедлительно были уведомлены правоохранительные органы. Информация о якобы проводимом в это время селекторе Министерства здравоохранения действительности не соответствует. Госпиталь ВОВ наряду с другими учреждениями здравоохранения является резервной госпитальной базой для пациентов с коронавирусной инфекцией. Персонал прошел обучение, учреждение обеспечено необходимыми средствами индивидуальной защиты. В настоящее время следственными органами проводится проверка по факту случившегося. Вице-премьер краевого правительства и бывший главный врач медучреждения Алексей Подкорытов подтвердил новостям ТВК, что в день трагедии Елена Непомнящая участвовала в совещании в Министерстве здравоохранения. По его словам, это было обычное рабочее совещание, где главные врачи докладывали о работе. Непомнящая рассказала об отсутствии в госпитале больных коронавирусной инфекцией, однако, по мнению Подкорытова, перепрофилирование госпиталя не является основной причиной того, что произошло. Я вам как психиатр говорю, во-первых, это весна, во-вторых, всеобщий стресс. Может быть, значит, что-то в семье, значит, ну, очень сложно сказать, значит, что может произойти. У каждого в голове свои мысли, свои проблемы, куда ни заглянешь, посмотришь. Обычная работа шла, сверхординарного ничего не было, просто ничего не было, никто даже подумать не мог. Обычный был селектор, обычный отчет был, значит, всех главных врачей. Ничего в этом, значит, такого не было. Она только доложила, что у нее пациентов в госпитале нет. Все. Дай бог, значит, приведем в порядок, значит, доктор, есть основания на это, значит, будем надеяться, что все получится. Будем дальше смотреть, разбираться. По словам Подкорытова, первого пациента с коронавирусной инфекцией в госпиталь ветеранов привезли в субботу. Как раз в этот день Непомнящая выпала с 5-го этажа. Медицинское учреждение начало принимать больных, у которых COVID-19 протекает в легкой форме. Для них в госпитале отвели 80 коек. Прежних пациентов отправили по домам. Вот что говорят в медучреждении. Вообще ничего не слышала. Я только в интернете прочитала и все. Сегодня вообще ничего. Ну, видите, никого нету. Завтра уже все. Вы хотите нас не пускать? Да, сейчас. Да, туда вообще нам никого нельзя. У нас чистая зона. Елена Непомнящая возглавляла госпиталь с 10 марта. Ранее она работала в одном из отделов Министерства здравоохранения края, а до этого возглавляла медицинский отдел Главного управления здравоохранения администрации города. Непомнящая окончила медицинскую академию, является кандидатом медицинских наук. У нее двое сыновей, один из них школьного возраста.